Всем здорово, с вами Алексей. На днях, а точнее 30 сентября, как и все обладатели PS4, я обновил свою систему до версии 3.0. Помимо различных нововведений, как сортировка друзей по группам, соцсети и прочие улучшения, меня же интересовало, как и многих обладателей подобной консоли, лишь одно. Это же, конечно, стриминг сразу на YouTube. Смотреть, что тут за улучшение, не будем. Сразу к делу. Запускаем какую-нибудь игрушку и пробуем врубить стрим. Выбираем для этого YouTube. Аккаунт YouTube уже давно привязан к приставке, и поэтому заполнять мне ничего не пришлось, а только выбрать стандартные параметры перед началом любой трансляции. Вот момент истины. Запустится же или нет. Бам! Вылезает ошибка CE33126-5. И попробовал еще так несколько раз. Все то же самое. Если попробуете найти на сайте Sony, что это за ошибка, вряд ли что-то найдете, у меня не получилось. Но решение было. Респект жирному черному американцу, который поведал, в чем же дело. Оказалось, нужно убрать все спецсимволы при описании трансляции. В моем случае это были слэши, давайте попробуем. Но оставим галочку «Включить сетевой идентификатор в теге». Также в теге добавим название игры. Вроде все, запускаем. Трансляции мы видим появились, но они лишь на несколько секунд и получили новую ошибку CE38628-7. Пробуем снова включить трансляцию, только помимо удаления спецсимволов не ставим галочку «Включить сетевой идентификатор в сети». Но текст с названием игры все же стоит прописать, так толстый чувак делал. Включаем. И вуаля, трансляция началась. Ура! Я очень сильно ждал этой функции, потому что при заливке трансляции с Твича или Юстрима на YouTube видео получается только в качестве 480p. При трансляции с YouTube, помимо того, что они автоматом остаются в записи на твоем канале, так еще в нормальном качестве 720, то есть в HD. В общем, если у вас есть PS4 и столкнулись с такой проблемой, надеюсь, помог решить. Если лайк поставите и еще подпишитесь, это сильно порадует. Даст вдохновение, мотивацию пилить новые ролики. А на сегодня у меня все. Удачи, денег, крутых тачек, сисястых тёлок. Ну, в общем, все, всех успехов и благ. Пока.